Барбершоп Флойд. Шикарное место. Такое, знаете ли, спа-салон для мужиков. Можно прийти, намазать себе бороду, кинуть кремом. Конечно, блэкджек и шлюх тут не предлагают, но тем не менее, здесь предлагают очень многое. Красивые, нарядные, со свадьбы наверняка. Максим, как вас получится? Игоревич. Максим Игоревич. Хрен нас два, я буду называть чувака, которому 23 года, Максим Игоревич. Максимуля. Да. Скажи, пожалуйста, как тебе идея пришла после баров реабилитировать себя вот в барбершопе? Так уже второй, развиваться надо, стоять на месте. Да, да, расти и расти. Как твоя борода, как моя борода. Или все-таки борода? Борода. А что в барбершопе Флойд такого, что не найдешь в другом? Масштаб, во-первых, масштаб колоссальный. Я считаю, зона релакс отличная. Тот же бар есть. А, для своих. Для своих есть бар, да. Нашим жопкам в этих креслах будет комфортно? Дим, ну конечно будет комфортно, потому что представь себе, сколько лет сидели здесь мужские задницы. Мне бы хотелось, чтобы мужские задницы сидели на этих креслах, а женские где-нибудь сверху. Такой в барбершопе. Конечно, вот, есть? Конечно, после закрытия. Ребят, ну настоятельно рекомендую, потому что здесь очень круто. Вау, гляди! Какого хрена в мужском месте оказалась такая очаровательная женщина? Я очень люблю это место. Это место делалось с душой от моих дорогих людей, и поэтому я пришла их поддержать. Fuck off, эмансипация, блядь, пошли в жопу, феминистки и все остальное, правильно? Именно так. Отлично. Какого из мужиков всех твоих ты сюда приведешь? Всех своих. Барбершоп Флойд Барберс. Что я хочу сказать, мы очень долго ждали этого открытия, потому что у нас были нюансы, проблемы, водоканал нахрен его долбанный дизель. Я знаю, но тем не менее. В общем, короче, тусуйтесь, пейте, курите, валяйтесь на полу, делайте все, что хотите. Главное, что потом позже не перекрашивать, не переделывать. А, кстати, дорогие дамы, сегодня вы наслаждаетесь, все круто, но в рабочие дни, чтобы ноги ваши здесь не было. Понятно? Все, тусуем. А что вас привело сюда? Приглашение Ильи Федова. Все на этом, а постричься? По парикмахерскому искусству. Я вас поздравляю. Надеюсь, что она, эта любовь ваша исправит ваш сегодняшний вид. А ваш? Что подумал? Джесси Стэнка, мать его. Матушки мои, бля. Братан, как давно ты не брился? Да, месяца два. В принципе, такого я еще в Гродно не видел. Я тебе больше скажу, ты нигде в стране этого не видел. Сейчас тебя из прибата делают человек. Скажи, пожалуйста, Виталик, что тебя привело сюда? Привела судьба, как говорится. Да, много искал себя в жизни, но все-таки понял, что барберское дело. Слушай, хорошо, окей. А лапать мужиков за голову, это ну как? Ну нормально. Обычно мужиков, которые стригут мужиков, называют петиками. Ну нормально.
такая чисто мужская компания, но здесь есть администраторы женщины. Скажи, пожалуйста, тебе не страшно, что постоянно перед тобой мельтешат какие-то борды, мужики, борды? Ну, мне даже нравится, то есть нравится смотреть и учиться там. Не то чтобы самая знаменитая борда, но самая наливающая борда в этом городе. Скажи, пожалуйста, что тебя привело сюда? Ты. Я. Не, на самом деле пригласили ребята вообще как бы прикольно. Ну ты с бородой, ты будешь сюда? Естественно, я вот что и пришел. Есть борода, а есть писька-щекоталка. Ну что, Илюша, борода решает? Естественно. Дамы и господа, в особенности дамы, борода решает. Не только на лице, но и на яйце. Барбершоп Флойд, приходите. Кайфуйте, балдейте. Это спа-салон для мужиков.